что, мой новый друг Миха. Миха, помаши рукой телезрителям. Ты откуда? Из Жанкоя. Из Жанкоя, ты местный крымский. Ну что, давай нырнем снова в Розуфе вместе на бис. Давайте. Полетели. Красавчик Миха из Жанкоя, я за ним следом. Молодец, Миха. Михина мама, вон она. Надеюсь, слышь, Мих, зимой посмотришь в Ютубе, вспомнишь, как нырял с пирса. Сколько ты? Раз 50 нырнул сегодня? Да. Опускайся солдатиком, под водой глянем. Все, красавчик. Это был мой друг Миха из Жанкоя. А мы едем домой. Точнее, плывем под водой. Ну, температуру увидели, даже на дне 26. Вот и все. А надо было раньше. Привет, Жанкою!